Так, мы вышли за яйцами. Какой ты хочешь взять? Покажи. Покажи, с принцессой. А это Frozen мы берем. Одно Frozen. А второе мы берем диснеевское с принцессой. Нет, это опять Frozen. Не будем брать опять все. Покажи. Соня, а зачем нам два? Давай мы... Соня, давай возьмем каждого по одному. Давай. Серии по одному. Давай. О боже, раньше мы всегда брали одно яйцо, потом два, а теперь мама говорит каждого по одному из каждой серии. Да, смотри, давай возьмем вот это тачки. Нет, это не хочешь? Давай, возьми вот это. Подожди, Сонь. А помнишь, мы с тобой брали корпорацию монстров? Вот такое вот. Давай еще такое, давай? Да. Давай. А ты их так бросаешь? Бананы у нас есть дома, свой банан. Что там? Это мы в сторону? Ух ты, какая принцесса! Покажи. Соня любит им под платье пластилин туда засовывать, и получается у них разноцветное платье. Что у тебя там? Еще одна принцесса, думаешь, будет? Утка? Да. Утка в смысле? Папа. Ой, бог ты мой, какая маленькая, боже мой. Это не уточка, Соня, это снеговичок. Такой вообще микроскопический снеговичок просто. Вот, вот такой вот, с таким длинным носом из морковки. И пуговичками. Снеговичок. Это Соня снеговик. Можно открыть. Ну что там? Покажи, что там такое. Тоже принцесса? Ты хочешь принцессу, Сонечка? Так это же корпорация монстров. Какая там принцесса будет в корпорации монстров? Что там? Принцесса? Ой, там, по-моему, еще один брелок. Да? Да. А ну. Брелочек, да? Что Соньке попалось? А кто это? Что это?
Что это такое? Нет, зайчик, это монстр. Я не помню, как его зовут из мультика «Корпорация монстров». Баба. Это баба? Снежная баба? Да. Так, и кто еще? Петя. Принцесса, да. Давай. Мне кажется, что ты там уже расплющила просто все игрушки. Не получается. Или получается? О, опа. Кто там? Ага, это вот такая, такой вот рецепт, ключики вешать. Ну или что-то другое вешать. Но мы это, Соня, оденем как браслетик, да? Да.